Школа родителей особенных детей в сентябре продолжит свою работу. Проект благотворительного фонда «Повышенная потребность» и уполномоченного по правам ребенка в Ивановской области стал одним из победителей конкурса президентских грантов. В школе родителей уже 2 года. Занятия проходят с сентября по май, раз в месяц на базе Ивановского госуниверситета. И каждый раз на повестке дня важные темы для семей, которые воспитывают детей с особенностями развития. На полученные средства, а это 500 000 рублей, удастся провести еще один учебный год. В отличие от прошлого года, занятия станут 2-дневными. Первый семинар пройдет с 22 по 23 сентября. Записаться и получить всю необходимую информацию о работе школы можно по телефону 36 36 26. Занятия проводятся бесплатно. У нас получится привозить платных специалистов из Москвы или Санкт-Петербурга или других регионов. Это более качественный уровень, это более, как мы надеемся, большой обхват и аудитории, специалисты хорошие, и надеемся, что эти новые знания более качественного уровня принесут еще больше пользы.